Привет, Марк. Ну и о чем мне с ним поговорить? How are you? Да уж. Пришел он сюда, мешает мне тут. Скорее бы, че он так долго возится? Ну и где он? Уже 10 минут его нету. А вот, наконец-то. Можешь не благодарить. Что он принес? Give me please a bottle of water. Please. А? Что он такой тупой? Ну и где он ходит, бродит? Держи. Надеюсь, я тебе помог. What? Give me please a bottle of water. I don't bottle know. Bottle of water. Как так можно? Ой, Дана, ты не хочешь пойти с Сашей поиграть? Не, Лиз. Дан, ты же у нас всегда такая активная девочка. Ну, сходи поиграй, я так уже сижу. Лиз, понимаешь, у меня с ногой были большие проблемы. Я бежала, играла в флаги и случайно... Да-да-да, вообще стояла, эти шарфики забирала, что-то где-то там споткнулась. Это я там ходила, вот здесь точки меня там разрисовывали, потом еле смыла. Все, иди играй. Нет. Даня, Суефа, давай. Давай. Че, о чем спорите? О, Артём! Ты вообще прям вовремя. Да. Нам нужно, чтобы ты пошёл с Сашей выиграл. Да, иди играй с Сашей. Мы очень заняты, ты видишь, мы прям очень заняты, мы так хорошо сидим. Ну, как обычно, я. Все, спасибо. Красивая. Как он вообще сегодня шикарно выглядит. А волосы как круто уложены. Интересно, о чем он думает? А считает ли дятлы себя строителями? Дорогие мои, кто сегодня на встречке будет переводить все на английский язык? Хоть бы не я, пожалуйста, только не я, пожалуйста, только не я. Пожалуйста, только не я. Фух, слава богу.